Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Отче наш» читает Михайлова Ольга, Аксёмкинский сельский филиал. Я слышал в келье простой, старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое святится нашими сердцами, да придет Царство Твое, Твоя доволя будет с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец своих детей, не вергни нас в искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился, свет лампада мерцал по тьмах издалека, и сердце чаяло отрада от той молитвы старика.